еще вот на пульт. Встань нормально. Да, нормально. Стой, встань и смотри вот туда. Смотри. И не на... Рекс! Он помчался. Сразу же. Народ пришел ко мне, люди, вот эти наши бывшие крестьяне, они нам помогли, помогли инструментом, приносили бесплатно молоко, отдали нам все эти яблони с яблоками, вот, то есть люди отнеслись очень по-доброму, они сказали, слава Богу, явился князь, и здесь будет порядок. Я хочу, чтобы был справедливый суд, пусть это будет Верховный суд, коль низовые инстанции не могут решить эту проблему, и пусть государство уважает свои собственные законы, за которые проголосовал весь наш российский народ. Если будет государство само эти законы уважать и выполнять, тогда здесь будет действительно правовое государство, а не бандитское, не воровское.